иные дни шум моторов как бы зависает над Пугачевым и слышен как в центре города, так и на самых дальних улицах. С 1952 года гудят тут вертолеты. Почти полвека. 12 тысяч пилотов прошли летную школу в Пугачеве. Полковник Евгений Еворенко говорит. Ну, наш учебно-вертолетный полк является структурным подразделением Сызранского военного института, авиационного военного института, который единственный институт в мире готовит специалистов, летчиков, это на боевые и транспортно-боевые вертолеты. Мы, как структурное подразделение, курсанты проходят у нас летную практику. Мы учим бывших десятиклассников, а ныне курсантов летать. И где ваши летчики будут? Летчики нашего полка? Вашего полка. Ну, история нашего полка, она очень богата именами. Командующий начальник армейской авиации генерал-полковник Павлов тоже когда-то служил в Пугачеве. Ну а диапазон службы выпускников включает в себя, если брать в старых границах СССР, это от Бреста и до Сахалина, а если в новых границах России, то мы прихватили, наверное, еще и весь земной шар, потому что даже иностранцы, иностранные специалисты, военные, которые летают на вертолетах, тоже, как правило, летали у нас в Пугачеве. Поэтому по всему миру служат наши выпускники. А отличаются нынешние курсанты от предыдущих поколений? Ну, я бы сказал, да, довольно существенно. Это мы в основном обращаем на их теоретические знания, вообще уровень мышления, способность воспринять вот это вот сложнейшее органы управления вертолетом. Потому что вертолет, он по своей специфике управления, он наиболее сложный, сложнее самолета. Ваши выпускники и в морской авиации летают. Ну, мы готовим специалистов для всех родов, служб, даже гражданских специалистов мы готовим тоже здесь. Это все, что вертолетное в стране летает, это авиация погранвойск, Министерство внутренних дел, военно-воздушных сил, МЧС. Это все готовится в стенах нашего института, в том числе и в стенах Пугачевского, вот этого нашего Пугачевского полка. 12 летчиков, ставших героями Советского Союза и России, учились в Пугачеве. Что желают летчикам? Американцам футом хватило, Летчикам метра высоты и ведра керосина, чтобы хватило.